различия, жителям двух великих стран необходимо жить во взаимопонимании и дружбе. Намечена также большая научная программа. Например, будут браться пробы воды для проверки содержания меди и других вредных химических веществ. Впервые будет изучаться воздействие пластика, а ведь значительную часть мусора, выбрасываемого в океан, составляет именно этот синтетический материал, на морскую флору и фауну. Шхуна «Тевега» примерно через 6 недель должна пришвартоваться в Ленинграде. Затем поменяется команда, и судно отправится назад, в Нью-Йорк, куда оно должно приплыть 3 сентября. Довольно часто в ваших письмах, товарищи, содержится просьба рассказать о перспективах развития всемирного телевидения, о том, какие новые источники телевизионной информации станут доступны в ближайшее время. Тех, кто интересуется этими проблемами, я хочу отослать к книге Георгия Вачнадзе, которая так и называется «Всемирное телевидение». В ней рассказывается о широких возможностях общения с внешним миром, о том, как телевидение оказывает влияние на формирование экономического, культурного и научного потенциала любого государства. Вот эта книга. Тираж ее достаточно большой, 100 тысяч экземпляров. Ну, а наш выпуск закончен. Спасибо за внимание. До новых встреч.